Всем здравствуйте! В этом видео я покажу, как приготовить необычайно вкусную картошку необычным методом. Картошка у нас будет с салом и с помидорами. Все это делается легко и просто. Давайте же начинать. Берем картофель. Картофель тщательно моем. Берем сало наше. Нарезаем вот такими вот ломтиками. Берем картофель поочередно, разрезаем его пополам. Вот такой у нас средний картофель. Берем помидорку и шинкуем ее на слайсы. Помидорка у нас сочная. Вот так все у нас выглядит. Это наши заготовочки. Дальше мы берем фольгу. Берем половинку картофеля нашего. Посыпаем его солью. Далее берем сало и кладем его сверху на наш картофель. Берем кусочек томата нашего. И также ложим его на сало. Посыпаем еще раз солью. Берем нашу половинку, вторую картофельную. И делаем такой вот гамбургер из картошки. Все это дело мы тщательно заворачиваем в фольгу. Делать это все нужно аккуратно, чтобы не было у нас трещин в фольге. Чтобы туда не попал песок. Все, вот так у нас красиво все это дело получается. Заворачиваем так все наши картошины. Вот так вот красиво это все выглядит. Тем более на таком фоне. Дальше мы делаем яму в песке. Яму мы делаем сантиметров 10 в глубину. Вот так вот, видите, там сырой песок. Сырой песок нам снизу не надо. Засыпаем немножко сверху сухим песком. Оно, конечно же, там все пропечется. Но желательно, чтобы сырого песка не было. Чтобы у нас снизу картошка тоже хорошо пропеклась. Все зависит от нашего костра. Вот так вот мы все дело выкладываем. Чтобы не было одной картошины сверху другой, все должно быть рядом. Так ровненько, красивенько. И засыпаем всю нашу яму с картофелем. Засыпаем. Желательно тоже засыпать сухим песком. Песка хорошо хватает. Все, вот так вот. Красиво мы посадили, так сказать, картошку нашу. Далее распаливаем сверху огонь. Желательно хороший костер распалить, чтобы оно точно все пропеклось. Сгореть оно точно в песке не может. Когда наш огонь догорел, берем какую-нибудь палку и разгребаем угли. Потому что песок очень-очень горячий. Все делаем очень аккуратно, чтобы не обжечься. И все, и начинаем копать нашу картошку. Копаем мы аккуратно, чтобы не порвать фольгу, потому что картофель может быть мягкий. Он не может быть, он точно будет там мягкий. Все это дело очень горячее. Делаем все аккуратно. Вот так вот поочередно достаем все наши картошины. Космические. Никуда не спешим. Все равно мы все это дело съедим потом. Главное, ничего не испортим. Когда мы все это дело выкопали, даем немножко остыть, чтобы можно было руками касаться и брать в руки. Все равно оно очень долго это остывает.
потому что картофель пропекался. Открываем наш картофельный хот-дог и наслаждаемся. Картошка получается рассыпчатая, мягкая, ароматная и очень вкусная. Всем приятного аппетита! Пробуйте готовить на костре, это очень прикольно, очень вкусно. И смотрите наши другие видео. Там будет очень много вкусных, полезных и очень простых рецептов. Всем до свидания!